Я коренная алматинка, живу в Алмате уже очень много лет, 65 точно. Я вообще большой театрал, но прикипела к Артишоку, поскольку этот театр меня заинтересовал как молодежный театр, экспериментальный. Ваш театр меня привлек составом молодых артистов, которые очень интересные ставили эксперименты, которые начинали очень давно, и я, в общем, их помню как минимум 10 лет, как я их знаю. Для меня каждый артист театра – это как свой личный друг. Многие уже настолько близкие, уже мы настолько знакомы, настолько они всегда внимательны. Это уже, я считаю, уже личные какие-то друзья уже становятся. Строительство новой сцены «Артишока», конечно, хочется, чтобы это все это как можно быстрее форсировалось, чтобы люди понимали и как-то помогали и участвовали, потому что это действительно дело не только ваше, это дело всего города, естественно, это всегда помощь нужна артистам. Они без зрителей, конечно, не могут существовать, поэтому если зрители к этому с пониманием относятся, то, конечно, это очень хорошо.